Тренинг для новичков. Длится ли вот этот лучший тренинг? Тебе ничего больше не надо. Вот это cancel тренинг. Заходишь, ставишь на паузу, нажимаешь, ставишь бочку, долбишь. Пока не научишься делать шортков фастфол лел cancel интуэрилы, не выходи. И там с вейвдэшами есть такое же, но можно с таким же успехом вам просто включить. Ты нажимаешь на L, включаешь вейвдэш информацию. То есть можно вот в этом тренинге долбить, и она тебя будет ресетить, когда ты фейлишь вейвдэш. То есть вот этот хорош. Она тебе сверху там показывает, как ты классно сделал, не классно. И он ресетит. Мне не нравится, что ресетит. Поэтому я просто... Ой. Сюда мне ходит. Поэтому она мне пишет, какой фрейм мне достаточно. То есть я одновременно и вейвдэш треню, и лканцу. А тебе как новичку-то особо ничего не надо. Разве что дождэнсить, но дождэнсить сами с собой учиться, это плохо работает. Но в то же время очень важно, многие забывают про это. Это буквально... Вот вам гайд за минуту, как стать лучше с англпанчем. То есть можно там какие-то ситуации, конечно, в тренинг-клабе выставлять, но если прям совсем на бас, просто бегай. Альтернативно можно просто пойти в верс-моде поставить там, я не знаю, какому-нибудь... Не Баузера, где он? Там, не знаю, Фалкон, например. Здесь ни времени, ни стоков не будет. Все эти штучки тоже работают, ну типа, если ты хочешь кого-то движущегося бить, чтобы просто ударами учиться попадать. Или там нарабатывать какие-то там, куда там у тебя чинок бачит, паттерны, как что флопить. Можно так. Или альтернативно, если прямо именно про попадание ударом, здесь есть влево нажимаешь, эксерсайз, вот это дерьмо. Заходишь там, я не знаю, там идешь что ли. Дают минут, падают яйца, разбиваешь их сильными ударами. Не у всех персонажей все удары сильные, то есть вот Викнейр, надо попадать как следует, топер вообще не разбивает. Если такое не нравится, можно нажать на паузу и поправить дипаду вправо, чтобы при любом уроне они разбивались. И на какой-то из дипадов он я таймер заставил вверх идти, то есть если стресс то, что таймер, тоже можно брать, то есть если чисто подвижешься с таргетом, хочет помешаться, можно здесь это делать. Но по сути, на самом деле, в cancel тренинге тоже есть, ты можешь просто бочку сделать, чтобы она мувалась. То есть вот это. То есть, что exercise? Exercise просто на время, ты можешь сам себе там какие-то выставлять, PB ставить. Но по сути, нормально двигаться так, чтобы у тебя персонаж оказался там, где ты хочешь, и в то же время бить туда, где хоть что-то находится, типа там попадать по оппоненту, даже если он стоит на месте, это уже... Это, наверное... Первая неделя точно самое нужное. Потому что первую неделю ты с управлением справляться пытаешься и спокойно, без какого-то нервяка, там, без какого-то оппонента. С одной стороны, побахать почему-то, что тебя не перегружает мозги, какой-то ментальный стак тебе не создает, что оно там в ответ тебя чинграбить начинает при малейшей ошибке. Клупанич в этом плане хорош. Я удивился, что у нас только хороший инструмент есть. Буквально к милишникам заходишь. Было бы классно, если бы он прям со слипи шипился, конечно. Но, видимо, это надо прям что-то странное им делать. Видимо, они решают не распространять образы никакие.